Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами вот об этом чуде. Это робот-пылесос. Многие очень хотят и мечтают купить. Давайте я расскажу вам о собственных впечатлениях. Это интеллектуальная программа, которая, как вы видите, самостоятельно пытается распознать архитектуру строения дома и вычисляет траекторию своего движения самостоятельно. На нем очень любят кататься кошки. Делают они это с большим смаком и удовольствием. Даже некоторые маленькие собачки пытаются на него пристроиться. Клеткой. После завершения уборки, пожалуйста, опустошите А он еще и говорящий, как вы слышите. Плюсы, какие минусы? Естественно, минус то, что если вы будете приобретать вот такую вот модель, оригинал, это дорого. Ну, от 30 до 40 тысяч рублей, есть и по 50, конечно. Мы остановились на вот этом варианте. LG. Какие еще минусы? Он ужасно наматывается на все провода, которые встречает на своем пути. То есть, если у вас висит даже маленький шнурочек, но он попадает в его поле зрения, он как-то умудряется намотаться на него до такой степени, что выключается и останавливается. И дальше вы уже начинаете его разматывать. Вот только что я его как раз размотала. Еще сам он ищет свое зарядное устройство. Зарядное устройство выглядит вот таким вот образом. Стоит оно на шнурочке. Сейчас я вынуждена была его поднять, потому что и вот на этот шнурок тоже он бы намотался и остановился. А сейчас, внимание, не пугайтесь, я покажу вам, как выглядит квартира во время уборки данным роботом-пылесосом. И объясню почему. Смотрите, что творится. Я вынуждена все вот это убирать, поднимать вверх, просто все, абсолютно все, что стояло когда-либо на полу. Даже, как вы видите, пристроила сюда кресло. То есть абсолютно все нужно поднимать. Он заскакивает на любые очень небольшие поверхности, вплоть до сантиметра. Ну, например, такая вот колонка, да, которая стоит у вас на полу. И если она будет стоять на полу, он обязательно заскочит вот на эту поверхность, и хотя она пыльная, я бы тоже хотела, чтобы он ее пропылесосил, но он не будет ее пылесосить, он на ней застрянет. И это еще одна из самых лучших моделей. Что же бывает с теми моделями, которые продаются в Китае, даже подумать страшно. Может застрять даже на рельефном полу. То есть если у вас какая-то структурная плитка, рельефная, то она также будет для него недоступна. Сейчас он ушел пылесосить под кровать. Это, конечно, большой плюс. Главное, чтобы он не разрядился и там не остановился. Ну, вот то, что он находит какие-то вот такие вот вещи, я, конечно, ему благодарна. Если квартира сильно запыленная, то с большим количеством пыли он не справится, потому что у него очень маленькая коробочка внутри, как вы понимаете, для сбора пыли. Это, во-первых. Во-вторых, очень липкая такая плотная пыль. Вот та самая, которая образуется во многих квартирах больших, вот как у нас, в так называемых квартирах-распашонках. Очень много образуется пыли, как правило, потому что есть два балкона, да, выходящие на две стороны дома, очень сильная ветродуй, и залетает огромное-огромное количество пыли. Ну, в общем-то, мы смотрели под микроскопом, в основном эта пыль состоит из материала. То есть это цветные ниточки получаются. Так вот, с такими огромным количеством пыли он тоже не справится. Он просто не сможет даже ее в себя протолкнуть. Вот как вы видите, на маленькие коврики он с жужжанием, но заезжает. На крупный толстый какой-то ворс, если у вас пушистый ковер, он уже не влезет. Вы будете его переставлять руками. Если у вас абсолютно пустая квартира, что бывает крайне редко, то тогда вы без проблем очистите свой зал или столовую, но, как правило, он не может обойти, начинает двигать все стулья, шуршать, останавливаться и так далее. У него очень сильная статика, и на себе он собирает огромное количество пыли. Здесь уборки он не воспринимает как подзарядку свое же собственное устройство, может застрять и на ней в том числе. Какие-то у нас одни с вами минусы, да, получается, ничего тут не поделаешь. Я рассказываю, что есть на самом деле. Да, вот мне интересно дальше, что он сейчас будет делать. Обойдет он ее, да, обходит, не хочет ее чистить. В нем есть несколько режимов,
В данном случае клетка за клеткой. Дальше следующий режим, когда вот так вот он двигается квадратиками. Следующий режим, когда он двигается, называется пятно, он двигается кругами и, по-моему, полоска. Если бы я поставила режим полоска, он бы постоянно врезался в какие-то предметы, которых, ну, у меня вот здесь довольно много, хотя квартира довольно большая, 100 с лишним квадратов, но, тем не менее, я выбираю всегда клетка за клеткой, вот, как вы видите, он двигается вот так. Все-таки плюсы, друзья, давайте про плюсы, а то я вас все расстраиваю. Ну, плюсы, конечно же, есть, ребята, есть. Ну, во-первых, красивый домашний питомец. Я смеюсь, за 40 тысяч, конечно, дороговато. Такая собачка. Включаем свет полный, чтобы было видно. Ты где? Вот ты где. Обязательно закрывайте двери. Совсем забыла вам сказать, потому что он уйдет из этой комнаты, и вы будете его ловить неизвестно где. В другой комнате. Хотя пропылесосить планировали именно эту. Вот смотрите, сейчас он просто возмущен тем, что он никак не может, да, залезть на какие-то предметы. И плюсы в том, что вы быстро, конечно, можете пропылесосить, если у вас совсем пустая комната. Но совсем, как вы понимаете, пустой комнаты, друзья, не бывает. Да, он, как вы видите, неплохо пылесосит коврики. Вот он его взбил, сделал таким пушистеньким. Но его потом еще нужно чистить. Это работа грязная. После каждой комнаты фактически, если она довольно запылена, то, соответственно, вам придется его чистить сразу после первой комнаты, которую он убрал, потому что дальше в него просто не будет влезать ничего, либо пыль застрянет таким комком и через отверстие не сможет дальше пройти. Простите, пока больших плюсов не вижу. Но иногда действительно приятно осознавать просто, наверное, за тебя убирается какой-то другой труженик. Ну и естественно, если, конечно, у вас сильно болит спина, да, там руки-ноги, или вы перезанимались, или в принципе пожилой человек, то, конечно, сделайте ему такой подарок и пусть наслаждается. Однако все равно ему придется с ним повозиться, как вы уже поняли, да, чистить его, заботиться о нем. Ну, кормить, слава богу, не надо. Хотя нет, кормить тоже нужно. На подставочке он кушает электричество. Так, стоп. Давайте покажу вам, как он чистится. Вот так мы нажимаем. И вот такой вот ящичек у него находится внутри. Вот здесь фильтр. И вот, смотрите, видите, как... Простите, что такое показываю вам, да? Но вот это материал. Знаете, вот это прям ватин. Вот сейчас он уже забился, его уже нужно чистить. Конечно, здесь есть щеточка. Конечно, здесь есть все для того, чтобы... Его можно было почистить, но все-таки, друзья, все-таки, тем не менее. Вот сейчас я почистила, конечно, уже всю квартиру. Вот такое количество пыли, конечно, не с одной комнаты, да, а с нескольких. В чем минус? Он не может убрать вот такого вот плана. Какая-то фольга, да, от какого-то крема, упаковочка, что ли. Он убрать тоже уже не может. Так, какие еще плюсы могут быть? Он разговаривает красивым женским голосом. Ну, не знаю, сомнительный плюс, конечно, но мужчинам, наверное, понравится. Конечно же, у него есть пульт, и вы можете перегонять его из одной комнаты в другую, и это будет ваша игрушка. Дороговатая, конечно, друзья, игрушка, да, но детям, наверное, понравится, и мужчинам тоже, которые, как мы знаем, тоже... Частично дети. Его почистила. Снова может работать. Когда он закончит чистить комнату, я обязательно покажу вам, каким образом он заходит и находит сам свою, собственно, подзарядочку. Поскольку все идеально убрала, подготовила для пылесоса, теперь он какое-то время сможет обойтись без меня, но через 5 минут буквально пойду его проверить. Сейчас мы будем ужинать, а итальянские спагетти, не знаю, как они называются, кстати, поправьте меня, вот такие вот плоские червячки и жульен мы сделали. И буду сушить свои кисточки. Кстати, очень смешно, муж очень часто подкладывает сюда к моим сушащимся кисточкам свои отвертки. Представляете, прихожу, вот тут так красиво выложены рядом, ну, как бы тоже тулс, да, приборчики. Тоже якобы он говорит, ну, ты сушишь свои приборы, я тоже, вот видишь, помыл, продезинфицировал и положил. Ну, конечно, шутят, отвертки не моют. Кушаю и идут проверять пылесос. Не застрял ли где. Если я вижу, что он ну никак не хочет в какой-то квадратик идти, мне приходится, конечно, воспользоваться пультиком и поиграться с ним уже, направить его в нужное место. Вот сейчас я как-то не очень вижу, чтобы он пропылесосил за тренажером, да? И сейчас я его туда направляю. В общем,
Игрушка хорошая, но, честно говоря, думаю, что пока эти приборчики еще не сильно додуманы. Вполне возможно, что в будущем эти приборы, конечно, не будут в такой степени нуждаться в нашем контроле. И можно будет просто включить его и уйти на работу. И он пропылесосит всю квартиру. Вот сейчас я нажму кнопочку Home. Home. Вот сейчас он думает, где его зарядная станция. Изображает и сканирует пространство. Сейчас он ее найдет. Все, малыш пошел кушать и спать. Начало зарядки. Я буду рада, если это видео поможет кому-то сделать правильный выбор. Желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пишите комментарии. Пока!